Всем привет, с вами снова Айс, мы продолжаем пытаться собрать фотографию за Самсона на этот раз. Мне кажется, мы точно не проходили, поэтому давайте за него пройдем. Попробуем, блядь. Мало урона, не очень нравится мне персонаж, но чем-то похож на Магду, но она более выживаемая. Не, вернее, больше... вещей на выжимаемость. У него больше сердец на одну жизнь, да, 4, плюс регенерация, активный артефакт наш, да, который заряжается. Джурона 2. Погодите, почему 2? Одно же должно быть. Странно. Но зато у этого персонажа есть свои прелести, он получает больше урона, когда получает урон, сам попадает в рейндж, такой можно сказать. Становится более страшным для врага. Но мы это делать специально не будем, а может быть и будем, посмотрим. Насчет предыдущего харда, да, там вещь меня спасла, которая по пол сердца отымала, точно, но на самом-то деле хотя вообще должен был без потерь сидец проходить. А насчет того, что Сера отбивала слезы из-за того, что мы взяли, ну, эффект слез, которые отбивают слезы, и Сера стала отбивать слезы, это я знал, просто я не думал, что они вместе с Серой будут работать. Поэтому потом акцентировал внимание, что вот Сера отбивает слезы. Сначала я просто это заметил, потом проверил. Вот так я их брал это 100 раз. Поэтому... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поэтому это не ново. Кстати, я, возможно, перепутал персонажа, он не впадает в Unrage. Возможно. Так, загадка, знаете. Специально или перепутал ли я, или специально перепутал ли, нет. Загадочка. Ладно, получили мы урон, бывает. Неприятная, конечно, эта комната. Для первого уровня, ну, ничего страшного. Не перепутал, видите? У нас стало 3 урона. Зачем мы сюда пищем? Неизвестно. Ладно. Стоим, стреляем, наслаждаемся. Камни, которых можно было бы взорвать, чтобы там что-то получить, я не наблюдаю. Соответственно, секретки тоже бы... В данном виде карты, как карты, когда она закрыта, искать я не буду на бум. Так мы просто идем на босса, и тут я вижу уже этот камень, который можно будет после победы над боссом, если мы ее одержим. По идее должны. Мало ли что должны, да? А не, ну, босс несложный. Даже когда он начинает швыряться. Да, несложный, да? Да, несложный. Правда несложный. Ладно. 4, все правильно. Ну, потеряли мы тут пару жизней на первом уровне. Первый уровень это не страшно абсолютно. Я думаю, что это никак не повлияет на дальнейшее наше
наши попытки прохождения. По крайней мере, на это очень сильно надеюсь. Взорвать их. Естественно, с начала уровня это все сбрасывается. У нас опять снова два брона. Можно и восстановить одно сердце. Одно сердце мы таким образом восстановили. Так, секундочку. Надо опять все отрубить. Опять я забываю все отрубать. И это очень и очень не очень. Вот и все. Продолжаем дальше. К сожалению, сейчас не могу вырезать это, ну, потому что компьютер будет обрабатывать видос полдня, то и больше. Во время этой обработки ничего нельзя будет сделать, потому что процессы слабые. Просто ждать 6 часов. Поэтому все эти паузы и так далее, к сожалению, вынужден я оставлять. Что бы не очень хотелось. Взяли просто мега-ультра-мега классный айтем. Да блин. Нафиг не хочу. Ай. Получили урон. Ну, это не так принципиально было. Получим именно мы этот урон или не получим, а вот пенитирс — это очень хорошая вещь, которая мне нравится. Он вроде не увеличился, но зато размер, да, слез стал в диаметре больше. Очень даже неплохо. Ну давайте попробуем найти секретку. Вряд ли она тут будет, к сожалению, да. Много мест просто для нее. Решил попробовать найти тут. Ну, одну бомбу я оставлю. Оставим мы бомбу. Одну и вторую. Зажал себе. Ну, каким-то чудом выкрутился. Давайте сделаем так. Угу. Куча красных сердец. Понятно, да, хочется сделку, и понятно, что в этой сделке хочется как минимум пета, который пожирает красные сердца. Давненько не попадал в ямы на этом боссе. Честно говоря, всего лишь раз до этого. Какой-то знак такой, знаете, не очень хороший для нашего прохождения сегодняшнего. Что-то как-то босс, блин, какую-то такую штуку творил. Что это у нас тут? Мастинкап. Тайский бар. Мастинкап. Thank you.
Стоит ли брать Ашини Гапилд, я думаю. Или не стоит? Да, давайте. Давайте возьмем Ашини Гапилд. Почему, собственно, и нет? Правильно? Почему бы и нет? Конечно, остается совсем мало. Это только второй уровень. Может быть, успеем набрать правильно. Возможно, получится собрать Гапи. Ну а полет, конечно же, нужно было брать в любом случае. Я думаю, тут без вариантов насчет полета. Какие же они урон просто слабенький. Просто урончик слабенький. Возможно, шипастую комнату не следовало заходить сейчас. Сделать это после босса, например, да? Ну, мне кажется, что это мелочи. Вон у нас два все равно. Без урона очень сложно будет забить босса без потери. Хотя всего лишь третий уровень. И босс будет несложный. Ну, пару бомб. Вот скрытый в тени гад. На записи, наверное, этого не будет. Пройду! Возьму и пройду. Стараюсь, хотя блин с одной жизни реально не пройду. У нас есть полет. Этого гада убьем, который спамит этих червяков, блин. Потом уже переключимся на червяков, наверное. Было опасно. Блин, задыхайте уже. Урона мало. За этого все так сложно и долго. Ну, пока подумаем насчет того, что голову-то это надо брать по-любому. Ну, брать надо. Безусловно. Несколько бомб.
Давайте, может быть, мы соберем. Монеты, да? За забег. Не хочется просто из банков вынимать. Если что, у нас бомба есть. Блуты мы так и так возьмем по-любому. Просто, возможно, я успею собрать за это время. Да, не нужно будет вынимать их из банка нашего. Интересная вещь. Как она у нас? Сплэш, что ли? Ну что-то типа этого. А, понял, прикольно. Интересно ищется. К сожалению, не постоянно долбим так, но очень даже не интересно. Интересная вещь. Все. Все. Прошли, можно сказать. Сделку за профукали, в общем, беда. Досадно, конечно. Что, давайте вернемся, купим в магазине то, что хотели. Пить. Попробуем секретку найти. Да. Мы не то, что купим в магазине то, что хотели, мы еще что-нибудь купим или положим в деньги. В нашу копилку. Так, уберем, естественно, это. Он не поднимает это, из него пауки спамятся. Я просто хочу посмотреть нашу скорострельность. Так, давайте возьмем таблетку. Infested. Вот возьмем ключ, ну и положим деньги на ключ. Нахраненные. Блин, даже не знаю. Тут может быть секретка. Супер секрет. Ну ладно. Неприятный босс. Не сложный, но неприятный. Как я уже говорил, за счет своих быстрых прыжков. Из-за того, что у него довольно-таки много хп. Неправильно бомбу поставил. Он был стоять ближе, но не хотел рисковать. Хотел подтолкнуть потом. Понял, что слезы у нас как стрелы, да, мы вначале взяли, они прям сквозь эту бомбу, к сожалению, для нас. Постоянно надо быть готовым к мега-быстрому прыжку, желательно постоянно находиться в движении. Вот, вот и все, да. Вот этот прыжок.
А одна жизнь с ошейника, не? Серьезно? Нет? Нет? Ну ладно. Хорошо. Тогда ты был прав, не пройду. Всем большое спасибо, кто смотрел, и пока.